Здравствуйте, это рубрика «Здоровый разговор» и с вами Екатерина Демьянова. Несмотря на то, что медицина добивается серьезных успехов в борьбе с пандемией COVID-19, меры профилактики до сих пор актуальны. И мы всегда с вами задумываемся о том, как обезопасить себя и своих близких. И сегодня мы вам расскажем об эффективном способе защиты от инфекций. Сегодня я вам хочу рассказать об устройстве нового поколения бесконтактный дезинфектор DES. Он достаточно прост в использовании. Антивандальный корпус имеет бесконтактную камеру и автоматический измеритель температуры. Дезинфектор работает с помощью распыления, что помогает существенно сэкономить дезинфицирующее средство. Объем от 3 до 6 литров рассчитан до 6000 распылений. Настройки оборудования позволяют настроить автоматический режим распыления дезинфектора. Бесконтактный датчик температуры измеряет температуру с погрешностью всего в 0,2 градуса. Звуковой и световой сигнал сообщат о результатах исследования. У дезинфектора DES, в отличие от другого оборудования, есть дополнительная опция – дублирующий экран на контрольно-пропускном пункте. Это дает возможность отследить на расстоянии температуру всех посетителей, не имея при этом с ними непосредственного контакта. На мой взгляд, это очень удобно, а главное – безопасно. Одним из плюсов дезинфектора DES также является, что производится он в России. Соответственно, всю техническую поддержку вы можете получить достаточно быстро. Алексей, я знаю, что данное оборудование используется в любых медицинских, образовательных учреждениях. Также его можно использовать в торговых и деловых центрах. В чем плюсы данного дезинфектора? Основной плюс в его компактности, то, что можно установить как на напольную стойку, так и на ресепшн, на любой стол или закрепить на стену. Здорово. Также я знаю, что у него есть индивидуальное брендирование, что ему позволит вписаться в интерьер любой компании. Это так? Да, все верно. Более того, на него есть весь комплект документов, необходимых для любой компании. Да, что сейчас очень важно, особенно для медицинских учреждений. Бесконтактный дезинфектор DES – это профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. Помните, что самое главное – это ваше здоровье и здоровье ваших близких. Доверьте заботу о себе бесконтактному дезинфектору DES.